Больше сотни активистов собрали почти тонну мусора на городском пляже Талдыколь в столице. Экологическую акцию «Обними озеро» также провели в честь Всемирного дня чистоты. Субботник организовали при поддержке Министерства культуры и информации, Фонда социальных проектов и организации «Вергемаса Таза Алем». Участники подчеркнули, подобные мероприятия помогают привлекать внимание к проблемам загрязнения водоемов и стимулируют людей к ответственному отношению к природе. Мы сегодня инициировали акцию «Обними озеро», направленную на защиту Малого Талдыколя, на защиту озер, не только Талдыколя, вообще привлечение внимания по всему Казахстану к загрязнению озер, рек, да, морей и так далее, чтобы привлечь граждан. У нас две локации, одна на Улудала, одна вот здесь. То есть мы хотим охватить крупные части озера. Мы надеемся, что эта акция привлечет внимание граждан всех, и все начнут бережно относиться к природе.